3. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Евгений, менеджер команды. Очень приятно. Это главный поклонник. Красавчик. Он просто у нас футболист от Бога, от природы. Сейчас посмотрит на игроков, тренировку, познакомится. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Ну, посмотри, твой кумир. Здравствуй. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо? Да, все отлично. Приехали повидаться. Да, пожелать, повидаться, вручить подарки там. Ну, короче, у нас тоже все. Хорошо. Что, стесняется там, да, или что? Ну, он такой. Да? У нас в себе весь. Но... Ну, хорошо. Сейчас играл в школе матч, забил головой гол. Вообще лучший футболист школы. Бомбардир, да? Здравствуйте. Марио. Ну вот, смотри, твой кумир. Он по-русски говорит? Да, конечно, говорю. Я не Марио, я Магомед. Магомед. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале? Вы такие все южные, да, красивые. Он у нас... Нет, он... Ты за кого болеешь? Ну, за Спартак. Извините. Главный болельщик, главный в семье. Ну посмотри, кто тебя встречает. Здравствуйте. 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 Это все мои шоу за все 30 лет. Начиная с 1991 по 2001 год, 2016. Все так. Наследили вы, молодой человек. Да. Она штаны не накопила, понимаете? Ну, намек понял. Вот видите, вот такие вот. Вот нога вот когда была, Акинфеева. Да? Вот с Испанией матч. Был день был концерт у Селин Дион. Как раз там было уже утро было, а это. Ну, короче, вот эта фотография сделана в день, когда был этот матч. Вот. Вот так что. Чем-то вас порадовать. Хочу я только. Ну, менее больших единиц. Вы даже не представляете, что сегодня у меня. У меня же сегодня, когда вот Леночка позвонила, и она говорит, вот такая вот, есть такое приглашение. Я прямо, да, конечно. А потом думаю, у меня же сегодня главная музыкальная церемония Муз-ТВ. Сегодня самое главное музыкальное событие. Вы сейчас нас, конечно, оскорбили, потому что значит главное, нас предыгровая, это намного важнее. Конечно, поэтому где я? Поэтому где я сегодня здесь? Все, поэтому по телевизору, как иногда. Да, все-таки это все. Да, я просто, я, честно говоря, тоже думаю, вот сегодня как-то вот, как все пройдет. Хоть я и народ, я тоже продезинфицировался, все, я говорю, я еду в сборную. Я так рад, не слушаю. На пояснет. Где Георгий? Вот и конкуренция, центральный нападающий. Вот красавец, здравствуйте. Ну смотри, привет. Твой кумир. Привет. Марио, еще один Олег. Марио. Я тоже Марио. Жена в курсе. Да? Вот, мы еще немножко Марио. Лавин, твой любимый футболист. Это правда, вот твой любимый футболист. Он же у нас играет, и в Барселоне играл, и в ЦСКА. Лучший футболист школы. За болотный, за нервничал. Размерчик Артема. 2XL. Я тоже тут... Вон на нас смотреть, как человек посидел, а посмотрел на нас и... Опа! Спасибо большое. Тут у нас песня «Шуга» была, значит, песня из... Я вам, девочки из Молдовы. Молдаване есть тут, нет?
есть. Короче, здесь вот свитшот, вот такие вот все. И все вот такие вот подарки я привез вам. Да нет, это просто там для кого-то. Для все, спасибо. Вот молдаванин принес. Таджик. Мишка молдаванин. Таджик. Так нормально? Или как? Мне кажется, хорошо и так. И в очках, и без очков. Для понтов. Погнали? Ага. Ну что, конечно, была очень резонансная новость, что вы поете гимн перед матчем России и Болгарии. Как вы сами это восприняли? Первый ли для вас опыт и насколько это для вас значило? Ну, безусловно, исполнять гимн страны, в которой ты живешь, несмотря на то, что ты человек с болгарской фамилией и русской душой, все равно я родился здесь. И петь гимн – это большая ответственность и большая честь. И для меня это в первый раз в жизни. Это удивительное событие. Я не ожидал, что оно случится в моей жизни, но это я готовлюсь к этому. Я готовлюсь, я волнуюсь. Тем более сегодня у меня произошла замечательная встреча и знакомство с нашей сборной во главе с самим Черчесовым. И, конечно, это очень памятное для меня мероприятие. Согласен, согласен! Да, короля! Говорите так. Так, где? Где педали? По свистку, на белую, на белую. В ямку можно, в ямку. Надо там наступать, это кроссовки. Нет, ты к постовому. Все, готов? Спасибо большое. Да, удачи, удачи. Спасибо большое. Спасибо. Стараемся. Спасибо большое.